I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Ребят, здорово! Сегодня мы катаемся на третьем поколении UAT24. Теперь он называется R, то есть Rigid, жесткая вилка. S — это у нас Suspension, сутулая собака. Очень такой велосипед, знаете, во-первых, мой любимый, а во-вторых, я думал, честно говоря, что сутулая собака будет более популярна, потому что амортизационная вилка, мягенько, комфортненько так. Безопасненько, но, как это ни странно, UTR по-прежнему в топе. И мне очень понравилось, что люди заценили желтый цвет. Сегодня я вам напомню, что это за велосипед такой и какие у нас произошли позитивные изменения относительно предыдущих поколений. Самый первый велосипед у нас был в 2020 году появился. Он был там с двумя видами жестких вилок, только с одним рулем закаленным 123-м. У него там передняя втулка была на промах на оси, задняя драйвер на оси, штаны были такие бюджетные с торцевыми болтами, со штырем вместо болта под звезду. Он был весь алюминиевый, весь на промах, в общем, был неплохой действительно велосипед и тоже очень популярный. Второе поколение мы относительно предыдущего прокачали, у нас появилось три комплектации, которые всех запутали. Вот эти вот AM, Pro, просто UAT24 в магазинах была пересортиться. И, в принципе, кто-то путался, не понимал, что, зачем и почему. И мы геморроились, постоянно их пересобирали. И мы решили, что в этом году у нас будет один велосипед. Но в продаже, как бы, всегда есть вилки и рули, которые можно поставить и самостоятельно превратить его там, в Pro-версию или в AM-версию, как вы хотите. Но базовая комплектация была снабжена проверенными, не термообработанными, но хромолибденовыми вилками и рулями, которые очень странно для меня, но показали себя хорошо. Особенно я удивлен рулям. То есть у нас базовая версия вот этого велосипеда идет с 99-м хромо-рулем, толстостенным, 1,8 мм у него толщина трубы, и ни одного пока не согнули. Ну, мне никто пока не писал вот за этот год. За предыдущий год, по-моему, одно или два обращения были, за там больше 120 велосипедов проданных. То есть либо на них не катают жестко, да, либо рули неплохо держат, вот это базовое катание. Вот. Ну, конечно, у нас было не 120 велосипедов продано на сырых рулях. В основном где-то половина была закаленная, и половина где-то сырая. То есть вот такой вывод, что они неплохо держат. 123-й руль продается отдельно и у нас в магазине U-Sports. У тех, кто покупает на запчасти у оптовых клиентов, вы всегда там можете эти рули найти. Мы с велосипедом даем промокод, который позволит вам даже немножко сэкономить денег, покупая этот руль. И то же самое касается вилки. У нас вилок с двухсоставным штоком в этом году МТБшных уже не будет. Какие-то там остатки небольшие. В основном цельносоставной шток 410 с выбегом 18 или 24. Ну, то есть собрать комплект мечты можно. И стоить, конечно, будет дороже, чем прошка прошлого года. Но у прошки прошлого года был двухсоставной шток, хоть и термообработанная вилка. Давайте теперь конкретно по этому велосипеду. Хромолибденовая рама. Мы ее проапгрейдили относительно предыдущих версий и 20 года, и 21-22. Что мы сделали? Поменяли расположение верхней косынки, завели ее под низ верхней трубы. Таким образом, она свою функцию по-прежнему выполняет и не дает перегрев на рулевую колонку, тем самым избавляет вас от кривых, от криво стоящих крышек на верхней части рулевой. Проблема характерна абсолютно для всех фабричных велосипедов, ну, для большинства, особенно для комплитов. Я о ней подумал и поставил косынку вниз. Почему ТСБ Aftermarket без косынок, а ТСБ комплиты с косынками? Потому что Aftermarket мы делаем по учебнику, по всем технологиям, а заставить наших азиатских друзей, это комплит китайский, делать велосипеды по учебнику невозможно. Либо надо там жить и стоять над ними, заставлять их снимать фаски, они, как только ты отойдешь, делать это перестанут.
Поэтому косынки тут нужны, а они их здесь две, на верхней трубе и на нижней трубе. Рулевая интегрированная, 117 мм высотой, если вам это надо для выбора длины штока. Затем подсидел с интегрированным зажимом по классике 25,4. Соответственно, мид-каретка на промах, она здесь, как и всегда. От спейниши мы ушли полностью. Не нравятся они вам, хотя мне всегда нравились. Но я не такой жесткий катальщик, чтобы настаивать на спейниши. Я понимаю, что с 22-ми штунами они не выдерживают, а 24-е штуны в спейниш, в принципе, не поставить. Поэтому мид. BMX-стулка 110 на 14 дропауты, то есть с вилкой 410, которая идет в базе, и под которой эта геометрия придумана, с которой в этой геометрии 74-25 угол рулевой колонки, дабл-пек не сделать. Вот, чтобы делать дабл-пек, нужна 435-я вилка. Отдельно у нас их нету, возможно, немножечко будет с двухсоставными штоками. Ну, в общем, ULT, Ultimate, никогда не предполагался для гриндов. Это был стрит-парковый велосипед с немного минусовой кареткой, даже не нулевой, а минусовой. Для того, чтобы можно было научиться летать и делать руки на контроль, при этом остаться в очень компактной геометрии, и чтобы велосипед не вылетал из-под жопы. Если вы хотите гриндить, есть TSB Crew, который отдельно продается. Соответственно, втулки по-прежнему на промах, только передние теперь на болтах, с очень хорошим накатом. Выглядит аккуратно, очень эстетично. Задние на оси с остальными гайками, чтобы вы их не сорвали так легко и просто, если вы новичок. 14-я ось. Естественно, промподшипники. Тут у нас затесался каким-то странным образом, рандомным дисковый тормоз на этой втулке. Поэтому, если вы когда-нибудь захотите себе UT24 с дисковым тормозом, вы можете заколхозить крепление на раму, приварить, поставить диск. Но это бред. Но, тем не менее, вот такая втулка здесь стоит. Трехсобачковая. 9 зубов драйвер. Шатуны 48 шлицов, как и в предыдущем поколении. И мне кажется, что это самое правильное решение, которое было принято. Ничего не торчит, ничего на тейлвипе ногу, пятку не отбивает, на кранкфлипов пятку не отбивает. В общем, кайф. Шатуны легкие, с полым валом, то есть 850 грамм в сборе весят, реально хороший вес. Весь велосипед в сборе весит 11,3, по-моему, с тормозом там чуть больше. Мы, естественно, тормоз сняли, он нам не нужен. Педали пластиковые, нейлоновые, прочные, широкие, удобные, с калеными осями. Это тоже улучшение относительно предыдущего года, как передняя втулка. Вынос тоже стал лучше, 40 мм, то есть геометрия сохранена, топ-лот, но при этом аккуратненький, красивенький, хорошо держит руль. И в данной комплектации я взял 123-й руль, потому что мы сегодня хотим как следует покататься. И, соответственно, не хочется нам абсолютно на себе проверять сырой хромолибденовый руль. Вот, я всегда на тесты брал либо АМ, либо ПРО комплектацию. Но вот вилку я оставил как есть, она действительно очень хорошо себя показала. Единственное, что в этой вилке мне непривычно, это выбег 34. Единственное, что в этой вилке мне непривычно, это 34-й выбег. Я привык к 24-му или 18-му, но с такой вилкой велосипед более сейфовый на приземлении. Все-таки 74 с копейками рулевая, это довольно агрессивный угол, и при недолетах могут быть у кого-то проблемы и дискомфорт. Удлиненный выбег на вилке помогает сохранить вас в целости. Комбо сидения такое же, как было. Мы как бы пока дискутируем с юзернеймами, стоит ли его оставить в дальнейшем или не стоит. Мне оно нравится тем, что оно ультралегкое, 240 грамм все весит. Но оно жесткое. Вот. Не всем это нравится. Возможно, мы это в конце концов когда-нибудь поменяем. Рулевая у нас, естественно, тоже на промподшипниках. Двойные обода. Обода уже и ниже, чем были в прошлом году. И, соответственно, легче. По прочности пока никто никаких комментариев нам не написал. Я специально выжидал между видосами про ULT, собрать обратную связь. Проблем с ободами нет. Сингл-спидная цепь обычная. И Kenda Cranium резина с обычными камерами по Dafta Nipple. Как можно этот велосипед улучшить, проапгрейдить, и в чем есть смысл, в каком апгрейде, в каком улучшении? Можно поставить себе 123-й руль сразу, можно поставить его попозже, но со 123-м он и дергается поудобнее. Соответственно, по всему остальному нет вопросов, в принципе, все. Ну, вот сиденье мягкое, если надо, то можно поставить. Если хочется ультрауправляемости, купить автормаркет вилку TSB Hardcore на 18-м или на 24-м выбеге, и все, реально, с великом ничего не надо делать, он хорош, он не тяжел, он круто управляется,
Я, в общем, очень доволен этим велосипедом, очень доволен этим цветом, и что вы смогли его заценить, а не только как бы лакированная палитра, которая уже немножко приедается. Мы все-таки выбрались за ее пределы, желтый матовый, просто муа, конфетка. Все, ребятки, большое спасибо за внимание. Ссылка на этот велосипед будет в описании. С вами был Антоха и новый TSB UT24R. Пока!